Привет, мои прекрасные друзья, показываю вам интереснейший апартамент для съема на лето. Сейчас мы покажем все наши. Ой, тут видно меня, как ни странно. Не учла, но не важно. Не отвлекайтесь. Посмотрите, как все хорошо сделано. Я потом вам покажу люксовый вариант. Этот выглядит как люксовый, но у нашей хозяйки есть еще получше. Значит, это все напрямую от собственников. Кому будет интересно, соединю. Наслаждайтесь. Итак, салон, две спальни, партер, сразу выход на бар и бассейн. Внизу ресторан «Диамант». Сегодня не самая лучшая погода, уж извините, мои прекрасные друзья, но так получилось. Но это снаружи. Внутри у нас рай. Внутри у нас рай. Так, что еще? И одну спаленку я вам сейчас продемонстрирую, вторую. И два санузла. Кухню. Прекрасная кухня угловая, видите, со всеми принадлежностями кухонными, нужными в обиходе. Идем на вторую ванну. Душ, душевая. И спальня. Тоже абсолютно волшебный вид на... Что там у нас? Лазур? Бистро. Мы были там с вами в ресторане. Вот. То есть с двух сторон рестораны, бары. С двух сторон бассейны. И вообще очень красивое местечко. Рекомендую. Цены потом скину, если кому-то будет интересно. То есть это такое местное Airbnb. Только Airbnb. Вы куда-то платите. Тут напрямую собственнику. И хорошие очень цены. У нас еще впереди 2 или 3 апартамента. Так что посмотрим, мои прекрасные друзья. Мы на паузе, не прощаемся. Здесь еще красивые картинки. И все, что нужно для обихода, тут у нас есть, присутствует. Ой, я, наверное, неправильно сняла. Ну ладно, бывает. Вот так хотела, чтобы мы задержали. Так, вот мы завершим этот обзор все-таки этим видом. Это будет лучше и красивее. Видите, люди гуляют. В общем, красота. Зонтики повалились, потому что у нас сегодня ветруган. Ну все. Извините, если там были оговорки. Я помню насчет изнутри и снаружи. Ну все, давайте. Прощаемся ненадолго. Так, это мы внешне вышли посмотреть на наши розовые угодья. Ну и продолжаем наш обзор. Идем в следующий апартамент. Это мы в комплексе «Диамант». Хозяйка мне показывала квартиры. Вот это дорога к морю. Там ресторан, естественно. Ну и все. Вы знаете, я хотела сделать одно длинное. Мне так Даниэль рекомендовал. Но может быть, мы разобьем на 3 квартирки. И отдельно все посмотрим. Не знаю, я в смятении. Терзают меня смутные сомнения. Более того, я не одела микрофон. Ветер изрядный. Ну ладно, давайте попробуем. Я сейчас поставлю на паузу, но если не получится, сделаем отдельно каждую квартиру. Молчу на ветру. Так, ну мы на паузе, идем далее. Так, второй апартамент. Я вам его уже показывала, но не так детально. Это люксовый апартамент в этом же комплексе. Абсолютно все девственно. Белое, чистое, непользованное. Так, а вот это часы из скандинавского мха. Рекомендую. Это все живое. И очиститель воздуха. Красота какая. Так, мы с вами кое-что уже видели отсюда. Но если кто не видел, повторение мать учения. Мы еще раз посмотрим вид на Марину. Не буду сейчас выходить. Но там внизу долина роз. Я ее снимала. Называется «Розовая Болгария». В шортах посмотрите. Это «Диамант», повторюсь. Внизу ресторан «Диамант».
И сбоку есть ривьера, и сзади тоже какой-то бистро лазур, по-моему. Так, идем во вторую комнату. Может быть, вот так еще. Посмотрите, насколько со вкусом тонко, красиво все сделано. Обратите внимание на кухню. Повторюсь, все новье, ни разу не пользованное. Обратите опять внимание на скандинавский мох. Я буду перенимать это мастерство. Вы еще, надеюсь, увидите это у меня, потому что хозяйка поразила меня своим чудесным, счастливым, философским взглядом на жизнь. Совпадает с моим. Очень многому учусь. Это то, что я хотела от вас, чтобы мы делились опытом. Идем в следующую комнату и в ванну. Ну, вам меня не избежать уже здесь. Давайте полюбим друг друга. Чао-чао. Так. И роскошная спальня. Прекрасно сделана. Везде чудесные эстетические находки. Все, как мы с вами любим. Наличие сейфа. Ну, шкафы не обсуждаются, настолько все роскошно. Тут работает прекрасная команда, которая занимается уборкой. То есть чистота идеальная всегда и везде. Посмотрите, как здорово можно увалиться и порадоваться жизни, глядя на море. Ну, в общем, самые прекрасные рекомендации об этой квартире. Кроме того, видите, я не везде могу снимать из-за того, что есть сетка, видите? То есть вас даже комары не будут кусать. Ну что, давайте закончим на прекрасном вот этом внешнем виде и виде с балкона. Я считаю, что это достойные апартаменты для того, чтобы вы отдохнули. Ну все, смотрим далее. Не прощаюсь. Так, побалую вас эстетикой. Сказала хозяйка, здесь все, что надо. Все как положено. Ну, правда. Для жизни. Живи не хочу. Ну что, не прощаемся. Идем далее. Мы вышли из апартамента. И куда мы можем направиться? Вечерком к Филиппу. Но, как оказалось, домашний уголок. Это так называется его магазин. И, наверное, такая таверна, домашний угол. Можно и утром, и вечером, как оказалось. Вы знаете, друзья мои, я, наверное, закончу вот эту часть и сделаю вторую, потому что, первое, не хочу загружать, может быть, вы будете в два прихода. И второе, мне кажется, я неправильно понажимала на кнопочки. Мы сейчас проверим в первом апартаменте. Что-то я думаю, что там что-то неправильно со съемкой. Поэтому извиняюсь заранее. Прошу простить, понять. Но если все там в порядке, то просто наслаждайтесь. Обнимаю вас. Это что у нас? Мимоза. Мимозной любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.